Всем привет! Наверняка многие девчонки в детстве хотели быть похожими на идеальных кукол Барби, чтобы рядом был Кен и жили вы вместе в прекрасном розовом доме. Для некоторых это не мечты, а вполне себе реальная жизнь. В Москве живет настоящая, живая кукла Барби. Сегодня вы приехали к ней домой, я вас с ней обязательно познакомлю и задам очень интересные каверзные вопросы. Но для начала, пожалуйста, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропустить следующие выпуски этого блога. И лайк мне за старание. Ну что, погнали? Русская Барби живет в доме, похожем на кукольный. Это российско-итальянский проект комфорт-класса. Однушка здесь стоит от 5,5 миллионов рублей, двушка от 9,5 миллионов. Ну, здесь всего несколько домов разной этажности и плюс 7 гектаров с парками. Пойдемте посмотрим, что там внутри. Знакомьтесь, Таня Тузова. Певица, дизайнер одежды и коллекционер кукол Барби. И собачка Барон. Ой. Приветствует вас в нашем доме розовом. Здесь все изготовлено по моему заказу, по моему дизайну. Мы к Тане пытались попасть в гости уже несколько недель, но все никак не могли, потому что столешница была не готова. Ну, никак рабочие закончить ее не могли. Но теперь я понимаю. Изначально это была самая обычная столешница, но она мне очень не нравилась, потому что такая красивая кухня тоже сделана на заказ. Эта кухня единственная во всем мире такая. Розовая терка! Смотри, как прикольно! Действительно, прям кукольный домик. Кухня Италия или нет? Ну, почти. Почти Италия. Там рядом. А сколько стоит заказать такую мебель? Может, стульчики не очень дорого, в районе там 25 тысяч стульчиков. Все обезжиренное, молочко 0,5. Сырнички. Да, сырнички, вот. Вот, пожалуйста, вы картошечку жареную на ужин, а Таня укропчик. Ого, вот это золотой шкаф! Здесь, конечно, розовые платья, розовые туфли, короны мои, которые с конкурсов красоты. Ну, мне сразу, честно, руки тянутся туда. Это одна как раз из последних корон с конкурса красоты в Сочи. Все эксклюзивы, ручные работы, это все тоже. А ну-ка. О, ну все. Очень идет, кстати. Спасибо. А это как будто бы сари. Это я из Индии привезла. Угадала. Ты вот очень, вот прям очень интересно выглядишь в таком интересном платье, но понятно, что это не повседневный наряд, правда же? В нем просто не очень удобно. Да, но тебе бы хватило смелости действительно так в магазин выйти с этим бантиком и ловить на себе взгляды? Так часто так и происходит, когда идешь, например, со съемки домой и вспоминаешь, надо же купить там сок или хлебушек. И как реагируют? Улыбаются, фотографируют. Да? Никто не смотрит осуждающе? Наоборот, всем очень нравится, все, о, это же та самая Барби. Ну, а хейтеры, они же пишут, наверное, в комментариях, вот там, сколько тебе лет, что ж ты как ребенок одеваешься. У меня маникюрщица живет в соседнем доме, я к ней прихожу и все о себе узнаю. Очень много таких людей я знаю, которые потом знакомятся со мной в жизни и наоборот потом извиняются, говорят, что ой, какая вы классная, а мы думали, что там будет такая дурочка. А вот знаешь же, да, бывают такие мужчины, наверняка встречала в своей жизни, которые, что ты дура одела, сними быстро. Вот у меня предыдущий муж такой был, ему было очень стыдно со мной ходить. Вот. Он не разрешал мне носить пышные юбки, они вот больше всего раздражал вот этот фасон, пышные юбки. Говорит, ну купи там себе что-нибудь там длинное, даже вот спортивный костюм розовый, он нормально воспринимал. Но стоило надеть юбку, все мы могли не разговаривать после этого целый день. Мужики, поэтому его нету. Не пилите своих жен, потому что уйдут от вас. И все, и не вернутся. Прикольные. Это я, когда участвовала в конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь», представляла Россию, я вот у них. Вот, кстати, конкурсы красоты куплены или нет? Я думаю, да. А ты пробовала когда-нибудь купить?
место? Я никогда не пробовала, но мне много раз предлагали. А подруги твои, они тоже такие эпатажные дамочки? У меня нет подруг, потому что у меня просто нет для них времени. Моя подруга — это мой муж. Да ты что? Не бывает грустно, ну, поделиться? Я делюсь всегда со всем своим мужем, потому что он тот, кто может мне честно все сказать. А потребность есть в подругах? Ну, может быть, раньше, смотри, какое платье! Раньше были, но чаще всего как раз муж мне сейчас приходит и говорит: смотри, какое платье! Ну, я прям, честно, искренне очень рада, если ты нашла действительно единомышленника. Это очень важно в жизни. Какая красота! Вот этот блокнотик он мне купил, кстати. Говорит: смотри, какой блокнотик! Вот так он и оказался. Ну и самое интересное, как же выглядит ванна с туалетом? Я думаю, что там все розовое, да? О, как мило! Я думала, что здесь тоже такой термоядерный розовый цвет. Но здесь розовая плитка. Так нежно. Которую тоже очень долго искала. О, и золото, золото. Вообще, на самом деле, красиво. Такой интересный, как это сказать, гарнитур. Интересная сантехника. Вот трон практически закроем. Да, действительно. Ну, здесь все как, ну, для жизни реальная квартира. Не так, чтобы показать, вы там ушли и все. Нет, это все. Трон. Действительно, даже пьедестальчик есть. Можно так встать, сесть и подумать. Очень удобная розетка рядом с унитазом. Розетка, чтобы в телефоне сидеть? С хейтерами общаться. А ты им отвечаешь? Отвечаешь хейтерам? Да, иногда. Отвечаешь? Если очень сильно. А бумага туалетная розовая бывает? Кстати, не купила. Собой. Есть. Есть, да? Да, хорошо, что отметили. Идея хорошая. Да. Эту квартиру я сделала именно только для себя, потому что у меня сын, муж, они не могут долго находиться в розовом цвете, их все начинает раздражать. В соседней секции точно такая же квартира, только там все голубое и цвет морской волны. Тань, ты живешь в таком воображаемом розовом мире. Почему давай воображаемый? Все реально. В реальном розовом мире, да. А давай, мне стало интересно, как ты оцениваешь вот российскую суровую действительность. А вот даже как тебе такой дизайн интерьера, например? Я полдетства провела в таком дизайне. Это прям квартира моей бабушки. Просто, да? Да. Мне здесь нравится то, что на полу ковер, на диване ковер, на стене ковер. Бабушка меня когда укладывала спать вот на таком диване, я любила перед сном смотреть на ковер и разглядывать вот эти цветочки и представляла, что это какие-то люди. Вот. О, ну а ты смогла бы вот пожить в таком сейчас? Ну вот сейчас уже нет, это же пылесборник. Как ты считаешь, можно ли было бы без особых там вложений средств как-то улучшить ситуацию вот на этой фотографии? Я думаю, нет, здесь только продавать и все, и забыть. Хорошо, давай посмотрим следующий вариант. А это кухня моей бабушки. На этой фотографии мне очень нравится халат. Ну, что я могу сказать, женщина полностью соответствует внешне тому, чего она в жизни достойна. То есть, как она выглядит сама, такой интерьер ее и окружает. И судя по размеру кастрюльки, что она там в такой огромной кастрюле готовит, на диету она точно не собирается садиться. А ты на диетах, да? Ну, стараюсь. Это комната подруги моей бабушки. По всем прошлись. Очень красиво. Нравится? Очень нравится. Хотела бы такой подъезд иметь? Сделаю. Опа! Вау! Это очень круто. Мне кажется, это тот случай, когда розовый цвет уместен не везде. Почему? Наоборот, будет привлекать внимание людей. Там никто не будет: извините, а где здесь туалет? Тут сразу: о, туалет! Действительно. А вот розовая хрущевка, как тебе? Внешне красиво, но внутренне там, наверное, все как на тех картинках. А вот следующая фотография моя любимая, правда. Класс. Там, наверное, тоже какая-нибудь любительница кукол Барби живет, которая не хочет мириться со своим пребыванием в хрущевке. Наверное, какой-нибудь Саратов. Да, суровая действительность России. Видно, что окошечко, по крайней мере, пластиковое, да, вот в отличие от соседних каких-то. То есть уже не все потеряно. Угу. Еще и так облицовано снаружи, интересно. Ну что скажешь? Что ты думаешь на тему такого применения? Очень грустно. Очень грустно и все, некрасиво. Нет, здесь вообще...
А можно ли сказать, что ты в какой-то степени бежишь от такого мира? Ну, это ад. Я считаю, что это ад. И люди, которые живут, вот как раз вот хейтеры мои, наверное, живут вот в таких домах, которые хотели бы быть, как я, но не могут. И вынуждены просто немножко подкрашивать свои окна и писать мне плохие комментарии. Тебе их жалко? Или ты считаешь, что каждому... Мне их жалко, мне даже хочется им помочь. Можно ли сказать, что ты от вот такой жизни бежишь в свой розовый мир? Я от него и убежала, потому что до 12 лет примерно я в таких условиях жила. Мы с Таней, как обычно, ждем ваших мыслей по поводу этого типа ремонта и Таниного варианта жилья. Делитесь своим мнением в комментариях, мы обязательно все почитаем. Хейтеры будут писать, что лучше так. Да, вот, мы живем на 5000 рублей, конечно. Ну, я думаю, что дело не в деньгах. Хотя бы ковры убрать уже будет лучше. Ну, конечно. И вот эти страшные панельки с потолка. Эта стенка, как я понимаю, часть твоей коллекции Барби, правильно? Да, в этой квартире теоретически должно будет уместиться 3000 кукол. Этот наряд я бы стопудово надела для похода в поликлинику. Так я обычно выношу мусор. Ну, а это я в повседневной жизни. Так можно одеться на свиданку с будущим мужем. О, а вот и он. Красавчик! Да, Кен, это ты? Заходи. Ого! Это мой музей, мой розовый рай. Проходите, пожалуйста. То есть ты отдельно арендовала помещение под свои куклы? Ну да, потому что дома все не умещается. Здесь у меня выставлено 4500 кукол Барби. Но я вижу, тут есть и афроамериканки, и даже инвалиды, и альбиносы. Ты не думаешь, что играть инвалидом – это немного моветон, как бы немного, как будто даже насмехательство? Ну, некоторые так это воспринимают. Это жизнь. Наверное, эти куклы как раз были придуманы для того, чтобы перестали смеяться над людьми. Вот недавно я видела в интернете фотографию девочки-инвалида. И у него в руках была как раз вот эта новая кукла-инвалид, и видно было, что ребенок счастлив. Она понимает, что не только она одна такая, что вот кукла тоже может быть такой, и даже в коляске она будет выглядеть красиво. Стоят они совершенно так же, как и другие, но, как я слышала, особо не пользуются спросом. А покажи, пожалуйста, вот какие есть такие нестандартные, так сказать? Барби-бабушка. Да какая же она бабушка? Она вполне себе молода. Ну, говорят, что у Барби не стареет, поэтому Барби-бабушка тоже вот выглядит хорошо и молодо. Вот это Токи-Доки с платиновыми волосами. Ее стоимость 40 тысяч рублей. Эта кукла стоит 250 тысяч и выше. Еще хотела вот эту показать. Давай. Куклу я ее привезла из Дубая. Вот она в хиджабе. Действительно очень интересно. Но в то же время еще и спортсмен. Еще и полная. О, полная Барби в хиджабе. Как вам такое? Говорят, что сейчас Mattel будет выпускать Кенов, и лица будут браться с Урганта. Что типа он вот прототип русского Кена. Прикольно. А ты как считаешь, вообще похож на Кена он? Ну, что-то есть. Фигура такая, харизматичный мужчина. Смазливый. Достоин, по крайней мере, чтобы из него сделали Кена. А можешь посчитать, или, наверное, знаешь, общая стоимость всей твоей коллекции какая? Больше 20 миллионов рублей. Это стиль жизни, инвестиция или забава? Для меня это хобби, которое еще и пополняет мои доходы. Угу. Я могу сейчас перестать вообще заниматься всем чем угодно, просто лечь где-нибудь на пляже, ничего не делать, продавать в день там по одной, по две куклы и жить себе ни в чем не отказывать. Угу. Но я этого делать не собираюсь. Почему? Потому что это для меня очень дорого. Ну, ситуации в жизни разные. Если вдруг какая-то там непредвиденная ситуация, я уже обеспечила и себя, и всю свою семью, и барона на всю оставшуюся жизнь. Наверняка у зрителей сразу возникнет вопрос, как на это все заработать? Ну, вот ты себя считаешь самодостаточной личностью в плане заработка, или все-таки что-то зависит от мужчин? Конечно, от мужчин много зависит. Я, например, ненавижу альфонсов. Не люблю, когда мужчина по социальному статусу ниже, чем женщина. То есть он должен быть выше, чтобы не ты его тянула за собой, а чтобы он еще помогал тебе развивать свои дела.
Ну и содержанкой тебя тоже не назовешь. Ну да. Потому что нет, конечно, если я бы сама ничего не зарабатывала, я бы себя очень плохо чувствовала, какой-то ущерб. Я, то есть, ну, должна и я хорошо зарабатывать, и мужчина. Даже взять то, что я дизайнер, у меня каждое платье стоит от 50 тысяч и выше. У тебя заказывают, да? Конечно. Я постоянно заказываю платья, банты. У меня модели участвуют в показах. Захотела куколками немного позаниматься, вернулась потом опять в фотосессии. И так вот. Я вообще выросла в небогатой семье. У меня вообще сначала была одна вот эта кукла. Я в Москве? На... Да. Я на нее чуть ли не молилась. Вот, потом мне подарили вторую куклу через год. Я рисовала в школе стенгазеты всякие. Сама газета, выпускала свой журнал. Продавала и на все заработанные деньги покупала себе Барби. И потом я залезла в интернет просто спустя долгое время посмотреть, сколько, ну что сейчас с этими куклами, сколько они стоят. Обнаружила, что большинство моих кукол выросло в цене в 300 раз. Ого! Да, я не ожидала этого, конечно. Когда-то куколку можно было купить за $5, сейчас ее за 10 тысяч не найдешь. И я продала несколько кукол, купила потом еще. И стала, знаете, кто-то вот там вкладывает деньги там в доллары, в евро, в нефть. А я вот решила вложить кукол. И считаю, что не прогадала. А это лучше, чем всякие монеты, золото и серебро, которые без конца скачут в цене. Барби, она никогда не падает в цене, она только растет. Очень интересно. Даже по сравнению с прошлым годом, я вот покупала за 18 тысяч рублей Маскина, вот Барби Кен. Угу. Сейчас они уже 50 тысяч стоят. Такая кукла в коробочке стоит 120 тысяч, а без коробочки там 1015. Ого! То есть кукла без коробки теряет стоимость примерно до 70%. А задача какая? Зачем нужен этот музей? Я буду ставить рекорд Гиннесса. Я подружилась сейчас с мировой рекордсменкой Беттиной Дорфман, ездила к ней в гости, купила у нее 200 кукол Барби, которые привезла. Я спросила, может, есть что-то на продажу, она мне вынесла, я забрала все. Просто чтобы у нее стало на 200 кукол меньше. Конкуренция! Когда поставишь рекорд Гиннесса, следующая цель? Следующая цель? Ну, может быть, продаж. Нет, я никогда не продам, я никогда не остановлюсь, я буду собирать их дальше. Цель у меня построить большой дом, розовый дом-музей, чтобы туда приезжали туристы. Первые два этажа это будет музей, а на третьем, там на четвертом я буду жить как Рапунцель. Я уже купила даже землю на берегу Москвы реки. Для меня очень важно, чтобы было удобно, чтобы спустилась, там была подземная парковка, там 4 автомобиля. Села в свой Барби-мобиль там и поехала по делам. Я читала, смотрела, что ты веришь в всякие потусторонние силы и в жизнь после смерти ты веришь. Mm-hmm. Так вот, твой личный рай после смерти как должен выглядеть? Ну, я считаю, что вообще моя жизнь это уже такой своеобразный рай. А личный ад? Хрущевка какая-нибудь, кирпичная. Ужасная. С плитой, с газовой. Или с колонкой. Я помню, у моей бабушки была такая колонка. Я даже боялась к ней подходить. Все время боялась, что она взорвется, там что-то с ней случится. Еще я смотрела, как бабушка зажигает спичками вот эту газовую плиту. Думаю, господи, не дай бог так жить. Но сейчас моя бабушка живет в очень хороших условиях. Я не сомневаюсь вообще. А когда ты сама последний раз играла с куклой? Я играю практически каждый день, потому что я шью платье не только для себя, но и для кукол. То есть точно такие же модели есть и для кукол. Но у тебя, насколько я понимаю, сын же, правильно? Да. А дочку хочется? Вот все это кому? Розовый. Хочется дочку, да, но может быть чуть попозже. А сын как реагирует? Сын помогает мне во всем, собирает мне полочки, там... Все время спрашивают, что-нибудь надо собрать, надо что-нибудь починить. Если я говорю нет, расстраивается. Может собрать домик для Барби. А как ему, вот, каково ему иметь маму вот таком, с таким образом ярким? Ну, раньше он стеснялся, потом, наоборот, ему стало все нравиться. Одноклассники что говорят? Ну, я думаю, что главное не то, как выглядит мама, главное, сколько времени ему уделяют, главное, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. Я благодаря своему образу, благодаря своему увлечению работе и заработку могу ему все обеспечить. То есть у него есть все, даже намного больше того, что есть у его сверстников. 9 марта, как раз в день, когда выйдет наш прекрасный выпуск «День рождения куклы Барби». Как будешь отмечать?
день рождения куклы Барби я буду отмечать, скорее всего, в Мадриде. Да, вот так вот. Московский домик будет простаивать пока что. Ну что, ребят, пора возвращаться в реальную жизнь и сделать выводы. Сегодня я убедилась в двух вещах. Во-первых, внешность, как всегда, обманчива, и за блондинистой стереотипной внешностью скрывается доброе сердце. Ну и во-вторых, домашний уют для каждого выглядит по-разному. Ну а что думаете вы? Делитесь своим мнением в комментариях, мы с Таней обязательно почитаем. Ну и по традиции, подпишитесь на этот канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски этого блога, и лайк, много-много лайков мне и Тане. Меня, как всегда, зовут Майя Луткова, увидимся в следующих выпусках. Пока!